А чуть не забыл. Расскажи, что с колдой. Видел стрима, когда ты в нее играл, а потом я многое упустил. Знаю, что ты ее долго ждал. Да ее просто не смотрят, и все. Со старта можно брать любые пушки. Желаю удачи. Хорошо, СССР. Хорошо. Спасибо большое. Дурич. Да колду просто не смотрит, и она мне в целом что-то как-то не зашла уже. Не нравятся мне такие мясные игры. Я жду именно колду Battle Royale, которая вроде как по слухам должна быть в 2020 году, но это всего лишь слухи, поэтому не знаю, короче. Так, СЛР-ку там нельзя, да, брать? С этой DVD-шницей тут сейчас бегать. Такое себе. Удовольствие. Так, пятёхи мы, значит, не берем. На пятерках мы ничего взять не можем. Калаш надо найти. С ДПХ играть вообще никакого удовольствия нету. Го, короче, ребят, после этой катки по ссылочке откроем, наверное. Вот да, детка. А, дигл сделал, дигл-то не могу юзать. Это же челлендж. Думал, мало ли с него килл получится сделать опять. Не килл, а дэмэдж хотя бы набить. Так, мне надо сделать 15, да? 15 киллов. Жутко. Так, что ли, сюда закинем? Привет, позитивыч. С КС-ку бы найти? Или коряк? Вот что-то из этого надо намутить. И можно идти файтиться. КС пропустил, разве? Тосты! Дрова. Чет после огневой паб болеет. Обновы, да он после каждой обновы ему все хуже и хуже по факту. Спасибо, Андрюх. По факту сейчас что не обнова, что что-то хуже становится в игре. Давно уже такая тенденция. СЛР, так СЛР мне нельзя, ребят, юзать. Что мне СЛР это? По секрету тебе скажу. Спасибо, Дурич. Со времен Ивана Грозного. Не тянет даже КС. Подсел тут на колду мобайл. Сижу как ярый школьник, телефонный гейминг это что-то. Знаю, что он тебе не нравится. Не, я типа против телефонного гейминга вообще ничего не имею в виду. Точнее, ничего против не имею. Но мне, да, типа... Ну, я любитель на компе поиграть. Мне эти телефоны даром не нужны.
Ну, а так я не против, типа, люди играют, играют, людям нравится. Спасибо, Дурич, спасибо. Короче, я очень долго здесь уже ковыряюсь, мне надо идти файт искать какой-нибудь. Привет, Дима, удачной катки. Можешь передать привет Игорю из Таганрога. Игорю из Таганрога огромный привет. Тебе спасибо, братка. Спасибо большое. Хорошего вечера тебе. Тосты! Броколак, тебе респектабл. Кирилл Сид, здорово. Музыка огонь. Где бы твой плейлист? СКС на втором этаже. Ну, на данный момент музыка играет с этого. No Copyright Sounds. Оттуда сегодня подрубил. А если ты про рок и метал всякий, он играет с этого. Монтаж рок на ютубе тоже. Это все с ютуба, короче. Спасибо, Кирюха. Я не знаю, где там в СКС-ку ребят увидели, не хочу я. Искать ее сейчас. Мне кажется, это Гонева не было, ничего там. Рядом с Актовым. Пофиг уже, я уже не буду возвращаться все равно. СКСера убили. Человек пойдет лутать, надо его просто вынести и пойти там СКС-ку себе залутать. Блин, пока пытаюсь все это себе найти, я не успею киллы сделать. Что-то очень мало киллов со школы сделал. Коряк у чела есть. Давайте тогда возьмем коряк, наверное. Хотя, блин, тут нужно киллы делать. Коряк не особо, наверное, нужен, но... Хочется, короче, с коряком почему-то поиграть. Не знаю. Но это ошибка, явно. Играть с коряком. Ну, мы поиграем. Опять выцеливаю чела с коряком без патронов. А у меня одна аптека была всего. А у челов не было аптек, что ли? Это глиномес сейчас меня закрутит где-нибудь. Найс. Были? Блин, я, короче, затупил, аптеки не залутался.
спасешь. Оружие из России / СССР. АКМ. СКС-45. ПП-19 Бизон. АКСАЙГА-12К. ДП-28. ВСС. Револьвер системы Нагана. Ну, так я знаю, писали же уже. Не, ну там было написано, что коряк хоть и немецкий, но юзать можно, поэтому я его и взял. Аптечки, аптечки. О, 7 аптек у чела. Найс. Это жир, просто жир. Танамская бот. Так, а хаешки я все, да? Потратил, можно сказать. Привет, Невера. Леха, спасибо за донатик. Спасибо огромное. Зона на лесопилку уходит. Кайф вообще. То, что я люблю. Ну, еще один скиллов. В принципе, это реально еще сделать. Только надо ездить прям искать сейчас челов. Иначе не успею. Нужны файты, короче. Блин, вазик вообще не едет ни хрена, капец, ему так скоростью резали. Такое ведро стало. Один скиллов не успеешь. Но это тут типа как повезет, если я найду столько челов, если сейчас будут какие-то обильные файты, куда я смогу подсосаться, тогда успею. Не факт, да, что успею, конечно. Найс Грейна. Андрюха, спасибо. Ничего такая, да. Я ТРС под дат индекс равно 100.0 дат валы равно бродащи дата трансфотил. Леха, спасибо, Леха. Больше, чем бродащи, меньше. Попробуем. Чем слеж, я попробуем, Лех. Спасибо тебе, Ком. Как же я его долго убивал, это вообще жесть просто. Очень плохо. Вот была бы МК, я бы быстрее убил. Не могу я с этих берилов, с калашей и с тачек стрелять. Вообще не заходит что-то. Ладно, под скарика попал. Общий комп святой водой произнести комп ухтер не болей. Добрый вечер, Крейзи бой, здорово, Крейзи бой, здорово. Спасибо тебе большуще, что заглянул, очень приятно, рад тебя видеть. Рад тебя видеть, братик. Спасибо огромное. Спасибо, Крейзи бой. Хорошего тебе вечера, хороших выходных. Воевода, здорово. Обшей комп святой водой и произнести компухтер не болей. А при чем тут компухтер-то? Или это или не мне ты писал? У меня-то вроде норм, компухтер не болеет вроде. Спасибо, воевода. Спасибо огромное. Блин, зона дебильная, это лесопилка, тут сложно челов будет спрячься. Чангонг Цанг, привет, братик. Чангонг Цанг. Спасибо. Блин, не успел. Дим, респект. Кулачек все делает.
Тупой аск. Лежат Амр и ДМР пятерки и семерки на то и на другое. Схватишь пятерки или семерки? Не смейся, мне важен ответ. Блин, этот убежал куда-то теперь. Каким образом он живет? У него ХЕ прям под жопой взорвалась. Так, подождите, с таким ХП я не хочу пикать, это ваншот будет. С СЛР-ки надо немножко подхилиться, иначе он мне ваншотнет он меня. Ух, какая шара залетела челу сейчас хорошая. Каску поменять. У этого фул, по идее, должна быть. Спасибо, ребят, за донатики. После катки я уже отвечу хорошо. Спасибо всем огромное. Он мне колеса побил? А, мне не побил, нормально. На баге побил. Блин, хотя такой вшатанный вазик. Стоит ли на нем куда-то ехать еще? Не стоит, мы вот этот возьмем. Тут хпшечки побольше. Так, ну еще восьмерых, блин. Вот это уже что-то... не особо как-то выполнимо из 19 челов, из 18 еще восьмерых убить, что-то так себе, по-моему. Кильчики нужны. Срочно, не успеваем. Тосты! Не укладываемся в график. У меня в стиле игры, как у тебя это имеет значение? СПС за ответ. Ребят, секунду. После каточки уже, ладно? Спасибо, Фердаланс. Яму занял. А яма даже не в зоне. Можно заехать его убить и, наверное, потом полить оттуда. Эх, он лука-малука, патроны не вовремя закончились. Тут надо прям вообще бычить на всех, иначе я не успеваю киллы сделать. Прям бычить на все, что движется.
Да его подстилило говно какое-то. Ну ты издеваешься. Теперь тачка у меня еще горит. Вообще кайф просто. Чтобы на горящей тачке куда-то врываться вообще. Блин, застилили чела, капец. Передай привет Лехе Слепецкой. Спасибо огромное. После катки уже все привет передам. Спасибо большое. Чел, а ты чё там в яме сидишь? Ты в зону-то не хотишь, что ли? Он чё, меня прострелил или чё, я не понял? Тебя сейчас там как бы зона выдавит, не? Не в курсе? Компенсатор или пламегаситель, у вас лениво, викинги-леса, рады или мирма. Ну а сейчас зоны сдохнет, я ему в тело дал. Ну короче, это минус фраг, этот дебил даже в зону не побежит, мне кажется. Слухайте, зона вообще, конечно, не каев, если честно. Может попробовать в яму заехать и с ямы отыграть. Тут сейвов просто нету вообще. Привет ему, удачного стрима, мы с будущей женой смотрим тебя от общей. Кстати, 20 числа свадьба тысяча. Ты смотрите, какие-то смоки может зарашить этот Гарик вонючий. Да-да-да-да-да, чел! Красиво, я в центре тупо. Сейчас надо чисто зафармить еще троих. Еще зафармить троих челов. И это найсу будет просто. Я его убил-то. У него третий шлем должен быть. Сейчас заберем и можно наверх подняться, наверное. Ой, да еще и фул, красота такая. Яма тоже, кстати, занята была. Анлука. Тоже, если б с драйв-бая только... Чела убивал, шо нахрен? Шок, у меня как раз третья броня покоцанная. Да сраный стол мешает нормально пикаться, блин.
Ты задолбал нахрен, отвечаю. Да, блин. По идее, сверху закрывает всех челов. Они друг друга там хаешат, походу. Блин, глушитель вонючий упирается в окна, мешает. Укоротим немножечко ствол. Удобнее файтиться было. И вообще вот этого чела надо, наверное, снизу пикать, потому что сверху ни хрена не видно. Еще от зоны сдохнет кто-нибудь, как обычно, да. И останется соло-чел. И тоже сейчас от зоны сдохнет. Ума хватит. Заруинить мне челлендж. Изи. Если последний от зоны сдох, я бы так сгорел. Ну, не сгорел бы, но огорчился, конечно. Если бы я из-за этого не выполнил челлендж, из-за того, что последний чел сдох тупо от зоны. Четко.